Это что такое? Это кухня, да, у нас? Что это такое? Это что? А? Это находится у вас в квартире, которую вы снимаете, насколько я понимаю. Что это такое? В мае текущего года в оперативную службу управления контроля поступила оперативная информация в отношении выходцев одной из республик Средней Азии о том, что они намереваются наладить канал поставки крупной партии героина на территории Амурской области. В ходе проведенных УРМ нами установлен был уроженец республики Таджикистан, который привез в город Благовещенск крупную партию героина. В результате проведенных мероприятий был установлен адрес, съемная квартира, на котором данный героин был спрятан, где и проживал этот гражданин. Данный гражданин был задержан с поличным. На указанной квартире, о которой я говорил, было обнаружено 1148 грамм героина. Данное изъятие является самым крупным за всю историю существования Амурского наркоконтроля. Единожды изымалось свыше 1 килограмма в 2013 году. В настоящее время гражданин задержан, находится в ИВС, проводится следственное мероприятие по установлению всех участников данной группы, кто причастен к поставке этой крупной партии на территорию Амурской области.